В марте в Одинцовском округе была создана специальная рабочая группа по проверке цен на товары первой необходимости. Депутаты от «Единой России» провели мониторинг розничных цен на основные продукты, лекарственные препараты, проконтролировали их наличие в организациях торговли. Результаты мониторинга единороссы обсудили на рабочем совещании с представителями администрации округа. Ажиотажный спрос на многие категории продуктов в магазинах снизился, увеличились поставки. В целом ситуация в магазинах стабилизировалась.